Здорово-здорово, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман, Даник и Фил. Мы находимся в GTA 5, а это рубрика «Битва воришек». Готово-готово. Всем привет. Сегодня, ребята, мы решили выбрать новенький район, это Строубери. Именно здесь мы будем искать тачки. Напомню, что вы любите данную рубрику и всегда даете нам время. То есть у нас будет 5 минут на поиски. За это время мы постараемся найти самые лучшие тачки с ребятами. Да. Ну и, конечно же, угнать без хвоста. Без хвоста это очень важно, но потому ты что там если мы поехали уже. Да. Ошалели, что ли, уже в края, я не пойму. Ладно, полетели ребята тоже. Совсем уже, конечно. Чё? Как говорится, ученики превзошли учителя. Ладно, поехали, ребята, за тачками. Да что-то за туда не улетел. Я такой, я что, хуже, что ли, тоже улетел? Вот, пацаны, я как бы уже первую тачку нашел. Ну, я уже... А можно ее сесть, а? Гоняю. А можно на нее сесть как-то? Я не понимаю, что непонятное. Я сел наконец-то. Короче, я что хотел сказать. Ребят, ставьте обязательно лайки, не забывайте подписываться на канал, на канал Фила, все ссылки в описании. Наберем, получается, 3000 лайков, выйдет новая серия. Ну, а также не забывайте нажимать на колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. Так, а мы поехали. О, нихуя себе, Магнум пригнал, прикольненько. Ну и РСЧ у, получается, Фила. Мы поехали дальше, ребята. Что там у тебя? Ой-ой-ой. Я нашел сразу на две Волги. О! Я хочу почему-то их угнать. Прям две Волги? Слушайте, пацаны, я нашел пикап какой-то огромный, длиннючий. Сильверадо, чисто для спуска будет самое то. Ай, да, мы же, ребята, проведем еще ряд испытаний после. Проведем их для того, чтобы понять, у кого тачки лучше. Нихай себе у вас машина, конечно. А, ты про ту Волгу. Да тихо ты, дурак. Собьешь же. Не надо так делать, не надо. Не надо, дядь. Надо максимально аккуратно работать, потому что если будут копы, это будут как минимум дополнительные проблемы. Дополнительные бабки для того, чтобы тебя опять-таки вытащить из тюряги. А, молодой. Это чит Волги, что ли? Первая, ну, походу. О, да, не врезался в столб. Ха-ха-ха, понимаю. О, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, подождите-ка, есть что-то еще? О, ля-ля. Я не шутил. Беру свои слова обратно. Слушайте, в принципе-то сказать. Я нашел золотой китаец у Франклина стоящий. Это неплохо. Так, подожди-ка, он... Да, он тяжелый. Супер. Ну, в принципе, есть ответ ингушу, есть ответ Волги одной из. А, но нужно еще что-нибудь найти, ребята, потому что по испытаниям у нас будет их очень много, а значит, нужно больше хороших машин. Опа, сян пригнал, прикольненько. Прикольненько, но мы... Там пригонял. Да-да-да, сейчас посмотрю, сейчас я кое-что заберу здесь. Ну, по цене я точно проиграю сегодня. Ну, однако, пацаны, у меня тоже сиан, кстати говоря, золотой, стоял у Франклина. У него две золотых тачки. И там у меня две Волги. Я скажу после, что я еще нашел интересное у соседа Франклина. Я там тоже кое-что нашел интересное, тоже русский автопром. А, ну чисто две Волги я увижу у тебя. Ну, Рубикон еще более-менее ничего так вроде. У меня там еще есть, я нашел. И тем временем мы, ребята, по 4 тачки пригнали. Это неплохо. Короче, я у соседа Франклина видел, знаете что? Ни сиан, ни Бугатти какую-то золотую. А Логан! Обычный Логан, российский Логан. 18-го региона. Это вообще чей? Я не понимаю вообще, как его сюда притащили. Ладно, тоже угоним, почему нет. Для нашей коллекции самое то. Давайте-ка проедемся уж точно, чтобы наверняка знать, что-нибудь есть тут еще. Что-нибудь тут еще вообще есть? О! Опа-па-па-па-па-па. Да, что-то есть. Что-то есть, кстати. А! Из Удмуртии. Ну, как раз Логан против, получается, Волги выступит, да. Из Удмуртии это жестко. Как раз, да, самое то. И против ингуша. Во! Че? Там у тебя. Потом посмотрите, что я пригоню. Емать. Мне уже интересно, я, кстати, я тут вообще пока... первый раз вижу такое, сколько снимаю, я первый раз вижу. Да? Это прикольненько. Что? Короче, у меня тут какие-то копы тулили ребята из подворотни, ну я просто заберу у них Митсубиси, однако. Что там у тебя? Подожди, что это у тебя? Мне же самому интересно, подожди. Я еще не пригнал. Брат, это твоя... А, подожди, а фейк-такси это чья? Это моя тоже, но я еще не пригнал, сейчас пригоню. А, так ты не про это? Я думал, ты про это, типа, на полставки подрабатываешь. Я просто под колесами там в смысле под колесами? Она что, маленькая настолько? Интересно, интересно. О, а как Бентли притащил Даня. Ладно. Бентли притащил Даня. Попозже тогда. Бентли притащил Даня. Сейчас довольно тоже интересно нашел. О,
пацаны, я тоже интересную тачку нашел. Это как бы, так сказать, акула GT63S. Ну, необычная. Для реально стальных мужиков. Я тоже мужиков. Очень. У меня сегодня вообще какие-то... Ебать, что? Тачки. А ты на меня посмотри, дядь. У меня тут тоже как бы не есть хорошо все. Ну да ладно, Монстрак тоже пойдет коллекция. Так, а что, осталось... Я сколько? 3, 6, 7... А, мне 8 надо, последний только найти. И все. А, я, пожалуй, вот сюда бы заехал, да, в этот район. Ну, все, я считаю, я угнал самую крутую тачку из всех, поэтому... Мне прям интересно, что там он угнал. Блин, ну, сам должен он говорил, что под колесами. Блин, я буду на ней ездить, отстаньте, все. Я нашел. Я нашел последнюю свою тачку. Ой, это чирик, пацаны. Кто не я знает, это моя самая первая машина, которая появилась когда-то. Я на ней первые свои, как говорится, молодые годы провел. Ошалеть. Это такая ностальгия. Жесть, ой, прикольненько. Конечно. Так, ну я типа все. У меня 8-я машина. А где ты, Фил? А, что? Ау! Прости. А как? Я чуть доехал на тебя. А, я бак себе пробил, чтобы ты понимал. Ой. Ты только не поджигай, брат, только не поджигай, пожалуйста, не надо. Она исчезла, тут... я не наигрался. А где она делась? Да, так вот она, ребят. Вот, да-да-да. Я, брат, позвоню, я знаю людей, которые именно по РК-машинкам, я думаю, они тебя восстановят, их не переживай. Ладно, я думаю, что, ребят, давайте-ка оценим хабар, который мы привезли. Я последнюю везу. У Фила, наверное, только бэхи дорогие, больше, в принципе, ничего такого я и не вижу. А как тебе вот этот тюнинг, знаешь, сколько он стоил? С другой стороны, не, брат, буханка, однако, сейчас стоит очень дорого. Одна сама по себе, ну, а тем более на гусеницах. Это стоп. А, так смотри, у него там 8 стоит. Знаешь, как стоит, ты чё? Да я не спорю, да, это дорого-дорого. Так, давайте-ка Даника посмотрим. У Даника из дорогих это Бэха, Бентли, Сиан, ну и... А, ну Гелик еще плюс-минус. Они мою тачку утешить приехали. Пускай тушат. Так, ладно, ребята, у меня вот такой вот хабар. В принципе, далее ваша задача. Прямо сейчас в комментариях отпускаемся. И пишем, кто забирает балл за лучшие тачки. То есть Даник, Фил или же я. Мы будем подсчитывать ваши комментарии. Лайк за малютку. Баллы, конечно, тому, у кого тачки были круче, лучше. Но очень-то можете написать, а кому отдаете и за что. Ну а мы отправляемся на первое наше испытание, погнали. Ребята, наше первое испытание — это драг рейсинг. И здесь у нас чирик, а также семерка ингуш. Ну и на подлете, по идее, где-то, да, вот и Фил, на Волге. Ребят, будет очень интересное испытание. А, потому что у нас три чита, и вот эти все три чита, интересно будет проверить, как они поедут. Ну, я чувствую, что у меня будет прям тяжко. 3, 2, 1, полетели. Сейчас, пацаны, подождите, я коробку в спорт переключу. А у вас точно 4, ребят? Да-да-да, я ингуша догоняю, подожди. 400. Так я уже на повороте. Ну, повезло тебе, слушай, 500. Ой, тормоза. 560. 590, я раскочегарился! Я тоже там, что-то могу! Я тоже могу, пацаны! Нужно. Блять, тормози! Как же я опять прочитал это. Пацаны, я теперь полторашка. Хотя не, 0.5, да, 0.5 стопудово. Чисто. Чисто. Газу, ребята, газу до отказа, 250. Я боюсь максимально на ней ехать. 400. Там Даня что-то стреляет, не я попадает. Я по 800 ехал. А, 500 у меня. 520. 800 это, конечно, очень много для волгаря. Охренеть, ты, конечно, только сейчас сказал. Я что-то так подумал. Каких 800? Надо! Страйк. Страйк, да, сбил. Ну, 2 балла для Фила. У меня получается балл. Ну, а у Дани, к сожалению, Ингушетия проиграла. Ну, окей, поехали на второе испытание. Ингушетия занимался стрельбой, пока ехал. Да. Ребята, следующее испытание наше — это дерби. Задача проста. Выжить 2 раза. А у нас акула, также джип. А где я не вижу Даника. Я тоже не вижу. А, вот он. Ты где, дядь? А я Фила не вижу. Вот он стоит. А, о, появился, да, точно. А, вот. Окей, все, мы все готовы. Я думаю, что пора стартовать. Полетели. Let's go. Да. Ты что, в себя полетел? Блядь, ну ты кому лучше сделал? Я не пойму. Ну ладно, спасибо. Да куда не бал-то? Охренеть. Ну ты красавчик, красавчик, ладно. Даня, ты понял, да? Вторая жизнь. Я тебе это, бал дал. Да, накинул, да, поехали. Окей, да. Ну ладно, так как у Бани... О, у Дани не было. У Дани не было бани, да. У Дани не было бани. Да.
Ах ты, ну... Ебать ты дестоушенишь. Брат, сейчас, подожди, я помогу тебе. Да я так хотел пристроиться сзади. Ёшкин конь. Он чисто моё колесо. У нас ещё раунд. Отлично, да, ещё раунд у меня бал. Пока что, ну полетели. Надо мне бал выдавать. Полетели, да-да-да. Так, ну мы сравнялись с Филом, поэтому главное сейчас Фила скинуть. Давай. Да я-то тебе что сделал-то? Может, что ты на меня скинуть, подагришься? А не Фила? Все, поехал. Так нет, ну Фила... Ну, на бал, как говорится. Да нет! Я выпал. Ребята, что, еще раунд, да? У Фила бал, да-да-да-да-да-да, еще раунд. Да ну, победа, готовы. Поехали, да, поехали. Все, все готовы, да? Все, хорошо. Я не успел уже, Даня летит на меня. Мы сказали, потому что готовы. О, а мне это нравится. А мне не очень. Это как? Я не знаю. А ты как это сделал? Так, ладно, минус один это радует. Я думаю, тут понятно, кто выиграл. О, да, ты конкретно так-то отлетаешь от моих колес, если встречаешься с ним. Все, да, и Даня тоже у нас минусанулся. Ну что же, на этом мы заканчиваем наше испытание. Переходим на третье. Полетели. Погнали. Ребята, следующее испытание у нас это смертельные шашки. У нас Магнум, Логан и Волга. Ну что же, начинаем на счет 3, 2, 1. Полетели. Yeah. Я сказал, у него нету читов. По итогу Волга, смотри, как шпарит. Как не в себя. Ой. И мать! А где потише там? Ты, а, дядь. Все, исполнил, да. Что там, где там? Куда ехать? О, да. Нормально. Тихо. О, нормально. Кто-то на тебя ругнулся, фак. Я не фак, но... Я ладно. Три! Да, блядь, четвертый-то куда? А, полицейских разворота сделал, и, к сожалению... Нормально. Немного я минусанулся. Да вставать на кроссы, пожалуйста. А зачем Даня взял Магнум, если у нас будет испытание прыжок? А ты не говорил, что будет прыжок? Даня, ну как гений. Бы... Ну как ты бы всегда было вроде. В прошлом ролике просто не было. Ну ладно. Окей. Ну вам же легче будет. Ну по факту. Я хочу догнать для Волгу. Для интересности. Волга очень хорошо. А, сейчас догонишь. Шпарит. В канаву. Я поехал. Я помог бы тебе, знаешь, там чисто гуманитарная помощь туда-сюда, но... Я заинтересован. Забрать 2 балла, ёпта! Оооо! Страйк! Я 2 взорвал. Я вылетел вообще с трассы. Я ударился об, получается, мост. И меня вернуло обратно. Прям выплюнуло на финиш. Жесть! Я доехал. Я, конечно, побитый. Ой-ой-ой, ты чё? Надо так, газу, газу, газу! Да-да-да-да-да! Даня, жесть! Надо газу! Как он меня догнал в моменте? Ну, а мы отправляемся на следующее испытание. Бал здесь за Филом. Ребята, следующее наше испытание — это прыжок в длину с огромнейшей рампы. Хорошо, что нету Магнума, потому что Магнума стопудово было бы 2 балла. Два Сиана и я понял. Да. Ой, кто такой Слушайте, пошел? Ну, я бы сказал, что у меня прям быстрый Сиан. Меня даже Алекс сейчас обгоняет. Ну, привет. А брат. Мы, ребят, без мультиков, чисто вот, ну, на скоростях тачек. Ну, я немного еду, на самом деле. Я 540. А, так я ты меня обгонишь. Так, ой, мы я хорошо полетел. Ну, я получше, слушай, я полегче прям. Ну, ты полегче, да, меня сразу в носом да. вниз. А ну, шалеть да. я полегче тогда пролетел. Я чуть дальше тебя, чуть дальше даже тира долетел. Да, так, а Даня у нас... А, ну Даня по новой, я понял. Ну разгоняйся, давай будем смотреть и ждать. Так, Даня у нас вылетел 600. И... Даня перелетает. Фила стопудово и перелетает. И тебя, походу, тоже. Меня, да, и занимает нас первую лидирующую позицию, долетев на пинбол. У него стейдж 4 просто стоит. Видимо, да, да. Ну что же, ребята, на этом испытание подошло к концу. Прямо сейчас мы отправимся на следующий раунд. Полетели, ребята. Наше следующее испытание — это оффроуд-гоночка. Ехать нам нужно будет по нашей стройке, проехать полностью весь круг. Где-то вот тут вот, вот так вот, вот так вот, потом вот так вот. Потому что я думаю, вы разберетесь по ходу дела. Мы начинаем на счет 3, 2, 1. Полетели. Я чуть раньше стартанул, поэтому я тормознусь. А ну, ладно, чтоб честно было. У всех, по-моему, скорость вообще одинаковая. Ну, с учетом того, что здесь решает только лишь управление, то да.
Вызов кого оно будет Дэн. Лучше. О, нормально. Нормально вы выпилились. Почаще бы так, пацаны. Тихо. Реально, почаще. Так, да я что вот я сюда. Делал, а потом вот сюда. А потом вот сюда и вот сюда все. Ну слушайте, у меня прям идеальная машина для этого испытания, я так думаю. Ну хотя не особо. Ну конечно, полуприводный ланцер. Но... Тихо. Точно не для моей бэхи здесь дорога. Так, и для окей. моего Бентли. Ну, в принципе, мне остается буквально два поворота, и я думаю, что ничего уже не помешает мне выиграть. Скорее всего, да? Ну, потому что вы даже не рядом. А? Мы тут, чисто, я мы тут за, в поворот, за два балла боремся, или за балл, я не знаю. За балл. Да куда сокращаешь? А, ну вы, в принципе, рядом, там можно, брат. Там можно это сделать. Да? Да. Я не знал. Тихо. Так, я проехал БелАЗ, и, в принципе, ребята, я спокойно финиширую. А как же мы тут крутимся, блин, с ним? А ну-ка, я хочу посмотреть на это. Так, ну, по-моему, я забираю. А, вы прям вообще максимально одинаковые, да? Да мы всю дорогу, да, друг за другом просто туда-сюда, туда-сюда. Брат, ну остановись, он на кастинг просто хочет попасть, понимаешь? А что тут БелАЗ стоит? Твоё замысловатое шоу. Да, не знаю, кто-то оставил его там. Ну, я думаю, что тут балл все-таки у Фила. Да, ребята. Ну что же, плюсуем все баллы. Прямо сейчас отправимся на финальное испытание. Погнали. Погнали. Ребята, ну что же, финал. Финал нашего испытания, нашего шоу. Что там у вас? Вы там все были как-то воедино? А, Фил малютку взял. Я понял. Да, ладно, ребята. Наша задача скинуть тачки, соответственно, на людей как можно дальше. В смысле? А ты из игры вылетел? Не-не-не, я думаю, это... Не, я ладно, про Даню так-то. Там кто-то полетел. Я пока просто еду, я бы не сказал, что я прям хорошо пролетел, но более-менее пойдет. Самое, знаете, что печально будет у вас? Потому что я могу взорвать, я тяжелый. Да, а я маленький, я проеду. А взрыв это 0 баллов. Маленькие дырочки. Я выехал. Стазиатский. Я скатился чуть-чуть. Так, ну я тоже проехал первые камни, это как бы радует, но я походу здесь тормознулся. А я вначале в дереве застрял, но я скатился. А, понимаю, прикольненько. Ой, я не вижу ни Фила, ни Даню. Рядом а мы вместе опять тут. А, да? Мы опять совокупляетесь, я понял. Слушайте, я второй затор проехал, третий камни проехал. Да, да. Я прям хорошо еду сейчас. Главное сейчас бы тут не потерять скорость. Ну да, тут было... предсказуемо. Ой, все это ой, дело. Аня давайте меня посмотрим, спас как малютка просто. Едет. Даня ошалеть. Меня спас. Да. Ты... Я в камне застрял, меня вытолкнул оттуда. Брат. Но... Малютка встала. К сожалению, да, особо-то она и не поехала по накату. Ладно, ну, а Даня забирает нас, соответственно, ребят, 2 балла. Повезло молодому. Ну что ж, на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем пока. Пока-пока, ребят. Пока.